Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. В студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Мэрия приостановила торги по продаже самого крупного помещения в торговом центре «Европейский». Решение принято в соответствии с актом о наложении ареста по исполнительному производству, выданным арбитражным судом Кировской области, сообщается на сайте горадминистрации. Аукцион по продаже помещений на первом, втором и третьем этажах «Европейского» общей площадью свыше 6 тысяч квадратных метров был запланирован на 31 августа. Начальная цена на лота составляла более 330 миллионов рублей, напоминают бизнес-новости в Кирове. Торги по продаже в «Европейском» еще двух помещений площадью 225 и 39 квадратных метров в этот день состоятся. Дайджест недвижимости. Начинающие предприниматели могут арендовать помещения по льготной цене. Их предлагает муниципальный центр инноваций. В городском управлении развития предпринимательства и потребительского рынка сообщают, что площади предоставляются на конкурсной основе предпринимателям, зарегистрированным менее 3 лет. На конкурс выставлено 7 лотов помещений от 12 до 54 квадратных метров. Как уточняется на сайте мэрии, арендная плата составляет от 209 рублей за метр. Заявиться на участие в конкурсе могут субъекты малого и среднего бизнеса различных сфер деятельности. Справки можно получить по телефону 660137. Дайджест недвижимости. Старинные здания могут лишиться кондиционеров. Запретить установку такого оборудования на фасадах исторических объектов предлагает Министерство культуры. Соответствующий законопроект размещен на сайте проектов нормативных правовых актов. Документ предполагает запрет установки внешних блоков кондиционеров, а также других средств технического обеспечения на фасадах зданий в случае, если фасад относится к предмету охраны культурного или исторического наследия. В документе также сообщается, что собственники помещений в подобных зданиях обязаны будут в течение года демонтировать кондиционеры и все сопутствующее оборудование. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.